Надеюсь, 6. Страдивариум. Не знаю.
Тоже вот это все ложь. В жизни вечно не ходят, то есть как бы там, ну типа того. Не буду даже тут ничего, как бы лишнего не хотел говорить. Просто так, да. Все, шизофрения, ложь и все, точка. Понимаю, да. Я тебе еще раз говорю, если ты верующий, тебе ты придешь туда, или там, во что бы ты ни верил, карму тебе скажут, вот она сейчас происходит, твоя жизнь. То есть в загробном мире то, что ты будешь делать, да, оно будет продолжением того, что ты наработаешь сейчас, прямо вот в течение этой жизни. И если ты человек достаточно умный, ты сбережешь свое, ну, не умрешь, не убьешь себя, да. Ну, я не к тому, что там надо, ну, то есть, что ты проживешь дольше, правильно? То есть, если ты мужчина, ты не будешь дураком и будешь жить дольше, правильно? А, да. Если ты женщина, ты будешь полной дурой и будешь как резиновая тогда, да. Все тебя обойдет просто, да, что ты сама даже не заметишь это, да. Ну, не себе на уме, за тебя на самом деле как рабство, типа того, да. За тебя будут все решать, но тебе понравится. Да. Тобой будут владеть буквально физически. И тебе тоже это как бы вроде как нормально. И в этом, и самое смешное, в этом будет толк. Не удовольствие, а именно. В смысле, не только удовольствие, ну не удовольствие, а смысл какой-то, да, да, то есть надо будет, и тебе тоже понравится, да. Нет, ну не тебе, тебе, конечно, никакого смысла нет, да. Ну, будешь жить для себя, да, понимаю, это, знаете, меня это не касается, я тебе говорю, да, я еще раз тебе говорю, я не женщина, поэтому я как мужской, женский ум это проклятие, понимаешь, да. Мужское пузо это счастье, понимаю, да. Не надо, да, что, ладно. Нет, я просто говорю, что все нормально, как бы, да. То есть эту жизнь просто ЧТД.
И она понимает, то есть она, нет, она, а ее не сложно жить, просто ее надо жить. Вот время идет вперед, и да, понимает, да, исходный пункт твой, как бы, и не иди в мужскую сторону, ни в какие стороны не иди, и тогда все нормально. Да, понимает, да, если ты женский организм, женского пола, как это объяснишь-то. Или да, понимает, да. Если ты мужик, тебе придется самому себя выбирать и решать, да, и это нормально. Да, я знаю, что страшно и больно, и надо разбираться с этим, бла, ну не надо, это лишнее уже не надо. Но это все решимо. Все это на работе, всего лишь объем работы. Который от несмирения. Не смиряйся просто и все. Я хочу, у меня не получается. Что будешь делать? Ну смирись тогда, не получается, Да. В мире ничего так не происходит. Представляешь, это да, то есть это просто не мужское, понимаешь, да. Надо, да, ничего. Время для тебя специально. Нарабатывай, бери и нарабатывай, знаю. Не слушай всяких олухов, вообще никого не слушай. Ты голова, ты мужик. Я Саваоф, Бог сам, да, сам себе Бог. Я сам себе голова сам. Просто мир так существует, как личности. Все люди существуют как индивиды. Даже насекомые все существуют как индивиды, к сожалению. Даже вирусы все индивидуальны. Потому что все индивидуально, понимаю, да. Бактерии, там, не знаю, все живые организмы, к сожалению, индивидуальны. Что теперь поделаешь, да, да, понимают. Нет, если бы каждая клетка имела такое сознание, как у человека, у них есть, наверное, какое-то сознание, но свое какое-то, да, ну, не знаю я, то есть, ну, вот, мы же из клеток состоим, есть вот клеточные организмы, а есть организмы многоклеточные, да, то есть клеточный организм, он все равно сам по себе, то есть, они объединяются в какие-то колонии, там, и создают многоклеточный организм, кстати, интересно, да. Я просто вообще имею в виду, что, да, ну, это тоже, это не суть. Она не очень работает, эта теория, понимаешь, то есть она тоже идет тебя к политике, к этому, да, к неправильному, то есть она сделана для того, чтобы не работать, на самом деле, потому что смешно. Я тебе еще раз говорю, как на самом деле, то есть никакого здесь организма нету, да, то есть есть, да, я поняла, да, долгий разговор, да, не надо ничего на кого сваливать, можно жить свою жизнь нормально, понимаешь, то есть все индивиды есть. Значит, можно так себе представить, но это все не суть разговора, да. Все мы здесь индивиды, к сожалению. Да. Ну, женщина, твое счастье, что тобой можно распоряжаться, что тебя хотят люди, что ты нужная, что ты покорная и покладистая и милосердная. И что ты добрая и не агрессивная совсем полностью, и своих мнений не имеешь вообще никаких. Ни желаний тоже, да. Что ты не мужик, что у тебя эго нету. Как, да. Или что эго ты покорна, да. Не настаиваешь, мнений не имеешь лишних, да. Ну ты как бы, мнение это мужское или женское добро. Если у мужика мнение это добро, он раз откорректировал, раз усовершенствовал, раз еще одно мнение добавил, еще что-нибудь там, понимаешь, да. Да, то есть у меня, ну смотри, у меня было хорошее мнение об этой компании, но я купил продукт, я съел этого и отравился, или я купил продукт и, блин, как понимаешь, у меня уже немножко другое мнение теперь, да, понимаешь, например. То есть это тоже, понимаете. То есть это мужское, оно многовариантное, как бы. И держаться ни за что вообще не надо. Держись за свое тело только за. Господи, да. Фотографию только покажи. Да, понимаю, да. За живое свое тело, за жизнь. Ну, за то, что ты живое пока что тело. Не знаю. Ну, по идее, это нормально, это биологично, да, все так делаю. Вот это лишнее уже, да, понимаете, да. Жизнь хороша, как бы, да. Да. Что жить можно как бы всем, что ничего страшного, просто брать и жить, берешь и живешь. И хорошо, и сразу счастьем, да, да. Ты хочешь, чтобы счастьем самой, да, или кто-то, чтобы наполнили любовью, любовью, чтобы, да, ну нет, значит. Ну, значит, одна, значит. Или чтобы кто-то за тебя делал, да. Кто-то, чтобы тебя берег, там, да, понимаю. Если ты мужчина, ты же мужчина, и хочешь тебя обезвечить, если ты хочешь Женька Губаева такое, мы тебя будем. Ну, например. Или еще кто-нибудь, да. Это по-мужски вообще капец. Я тебе говорю, просто перерастаешь, это как будешь перерастать? Вот так вот будешь перерастать. Ну, я понимаю, да. То есть, да, во всем ТЧК вопрос есть. Да, то есть больше других путей не надо даже, не ищи никаких. Не теряй свое время. Просто, да, понимаю. Жизнь у тебя не резиновая, не лишняя. Да, понимаю. Thank you.
надо получать из общества. То есть, ну хорошо, ты будешь деньги получать от родственника, как настоящий мужчинку. Нормально, да. Это презрение рода, то есть это позор, это проклятие. То есть, когда ты что-то там, это уже политическое. Как поделить это имущество? То есть, как бы, да, да, да. То есть, это контрпродуктивно. То есть, ты уже ничего не будешь продавать. Да, понимаю, это, наверное. Да, поняла. То есть, это, да, да. Долгая тема. Я просто тебе объясняю, что... Да. Ладно, давай не будем. Это просто к тому, что нормально, что жизнь хороша для всех, да. То есть, она сама по себе вот так вот, она, и все, да, да. Бездельники, лентяи, то есть, всякому лень жить, они себя так вот, да, они себя вот теряют, да. Ну, наоборот, понимаешь. Короче, самоубийцы. Медленная, быстрая смерть, да. Да. Нет, женщина не хочет сама любить. Женщина, как, ну, если бы она хотела, она бы хотела, чтобы ее любили. Да, понимаешь. И причем не важно кто, важно, что крепко ты стоишь, сильно, что... Я не вру, что это... Ты придешь куда угодно, в церковь тебе скажут, живи свою жизнь нормальней, понимаешь? Живи, да, то есть все, ты сюда и пришло, потому что жизнь свою ненормальную вела, да, тело своего, да, то есть в церковном, ну, в церковном обряде тело, ну, если про церковь говорим, православно, да, то есть я не очень сведущий в этих делах, я, ну, я что-то знаю, но я как бы не церковник, я, нет, я ничего не претендую. То есть я, насколько знаю, да, то есть там старцы говорили, и что, что вот как бы, что храм настоящий, если вот так вот говорить, да, вот он, тело человеческое. Твое тело — это и есть храм жизни Бога, любви, то есть тебя, то есть искры Божьей, как угодно. То есть вот он, настоящий храм. Да, а, то есть след, и, вот можно уже этим ограничиться только, понимаете? Понял. Если тебе это интересно. То есть как бы, да, ну это, ну, не полная тема, да, понимаешь. Да, ну, не знаю, я просто уж так. Ну и чё, и как ты будешь жить теперь, чё-то? Ну это я просто шутил уже так, да. Она поняла, нет, естественно, нет. Я просто тебе объясняю, что, да, да. Ну это просто, что, да, кроме тела больше ничего нет. Ты живое тело, больше ничего. Все, ты ЧК. Да, понимаю. Всё остальное, да, понимаю. Часть популяции, то есть, как бы, от отца матери, которые там, да, да, и так далее. Все, больше кроме этого больше ничего нет. Вот вся реальность. Да, да. Всё остальное вранье. Просто, да. Причем политически ангажированная, да, скажем так. Ну нет, церковь и политика — очень разные вещи, я не про это говорю. Там религия. Ну, меня не касается слова. Меня это не касается, я просто тебе объясняю, что это просто можно без. Не то, что можно, они тебе там же скажут. Живи без религии, живи по-настоящему. То есть религия — это просто вранье. Они, ну, если ты слушаешься, придешь в храм и будешь начнешь их слушать, и они будут, помимо между политических каких-то лозунгов, да, они будут говорить, мы все умрем. Мы все время, надо жить нормальную жизнь. Мы все время, нельзя, надо, в храмы ходить нельзя, надо жить нормально. Надо, блин, да, типа, надо, да, просто надо жить хорошо. Да, типа, да, по-человечески, типа, да. А у тебя видишь, по-человечески, да! Да, по-человечески. То есть, как бы, недоумки, как бы, как я сказать, да. И не очень добрые, но это не важно, да. Да. Я ни к чему, ни о ком не говорю, я просто тебе говорю, что, да, значит, ну, по-человечески это значит, да, то есть, вот,
то есть разумного существа, да, долгий разговор. Просто неважно, то есть я тебе скажу, это как бы заведомо как гипотезу, то есть все сейчас ты там, да, потому что любая религия, она устроена, это просто вранье, которое как бы взято под корень. А в этом корне что? Что ты свою жизнь жить не будешь, ты ее ненавидишь, а у тебя кроме этой жизни больше ничего нет, кроме своей жизни. То есть, да, то есть ты ее надо ни в коем, да, вот и все, то есть, да, понимаете, любые колдовские, ты любое колдовство примешь, любые колдовские обряды, любое там борчество с тем, что есть на самом деле, любую шизофрению, то, что называется медицински, да, ты примешь только, чтобы, как бы, да, чтобы не жить свою жизнь, представляешь, какой ужас. То есть, как бы, это уже, да, психиатры так молча соглашаются с этим в основном, да, тебе все равно придется так или иначе, как бы, да, потому что, типа того, да, понимаете. Это долгая разговора, тема очень долгая, я тебе просто говорю, религия — это ложь, и все, что религиозное, это как тебе сказать, да, это очень плохо, это ложь, которая как-то неискоренимая просто. Это как Мордор, понимаешь? Вот религия — это как это огромное, ужасное, и через него пройдут все. Но заходят туда легионы, а выходят только единицы, понимаешь? Да, то есть, как, ну это не пугалка, это просто так, да. Да, то есть я тебе обязательно придешь, обязательно. Я тебе точно говорю. Это тебе сейчас, пока ты молодой, кажется, что ты туда придешь обязательно лет 40, 50, 80, если еще доживешь. Да. Ну, скорее всего, доживешь. Но не суть разговора, да. Да. Ну вот так это устроено. Так вот это работает, да. То есть, это не зря я тебе говорю, религия — это очень сильная вещь. Да, то есть это подарок, если есть какие-то силы, которые хотят уничтожить род людской, то это их как бы произведение, самое лучшее на свете, да. Ну, например, Иисус Христос, который там, если вот это. Ну, это мы просто сказку говорим с тобой, да. Я имею в виду, что если вот Иисус Христос, это я так уже это обобщаю. Если Иисус Христос, наверное, существовал, была такая личность, да, даже допустим, что это все правда, да, и к нему какой-то там пришел леший, или кто там к нему пришел, типа такой, ну, давай просто библейскую историю возьмем, как сказку ее так продолжим. Да, то есть приходит к нему сатана и говорит, давай вот я тебе вот это дам, все цари государства там, будешь вот этим будешь царем каким-нибудь, вот хочешь там вообще весь мир, там это самое. Он такой, нет, и он такой, а, я все понял, все, то, что надо, и ушел. Ну, я понял уже, да. Это был наилучший подарок, что он мог сделать, понимаешь? Да, он тебя просто понял. Ну, это так, если ты как бы про это. И это опять же религиозное, то есть этого ничего нету, понимаешь? Ничего этого не существует. То есть как бы это опять долго.